удобные лесенки, не тяжело подниматься. Вот второй этаж. Второй этаж. Вот. 3,5 метра. Ну, на 2,5. Это первая часть. И вот. 3,5 где-то на 8 метров. Вот. Такое помещение сдается в аренду. Потом, вот здесь вот есть такой закуток. Закуток. Вода для питья. Ну-ка на себя посмотрю, какая я там. Ай. Вот. Отопление. Вот. Полы. Ламинат. И вот свой котел на вен. Газ. Можно подключить плиту газовую. Вот. Здесь вот и счетчик. Тепло, светло. И мухи не кусаются. Ну, есть у нас здесь такая гора. Чтобы вы запомнили. Гора Эльбрус. Это я сама выложила из белых камушков. И вот эти все стену тоже сама выложила. Потому что баснословные цены называли мастера, чтобы сделать. Ну, я думаю, попробую. Ну, допробовалась, что пришлось. Вот смотрите, здесь все сама сделала. Вот. И внизу на первом этаже. Ну, еще чем могу гордиться? Вот, наверное, нет в самом центре города Карачаевска такого помещения. Есть вот свой санузел. Санузел, рукомойник. Так. И есть вот, смотрите, такой балкончик. Можно столик на троих, четверых поставить, чай пить и глядеть. Глядеть на прохожих, на красивых людей. Радоваться жизни, на наши красивые горы. Вот. Сдается в аренду помещение на втором этаже. Сдается в аренду. Это мой телефон.